Здравствуйте. Вы на канале Семьи Ушановых. В этом ролике мы коротко расскажем о себе и об идее нашего поместья. Меня зовут Павел, это моя супруга Анастасия. Намаскар. На момент съемки этого видео мы находимся на этапе поиска земли, куда мы могли бы переехать и построить поместье. Идея поиска возникла 8 лет назад, во время моего обучения в колледже. Сформировалась и закрепилась в армии, а сейчас, по окончанию университета, пришло время для ее осуществления. Мне 24 года, я родился на окраине города Гомеля, Республика Беларусь. Наш район окружали леса, речки и поля с озерами. Мы 12 лет прожили в общежитии, где приобрел множество друзей и навык общения. А после мы построили частный дом и переехали туда жить. Из интересов тогда был спорт. Мы участвовали в школьных соревнованиях. Я 2 года отыграл за сборную города по футболу. Потом все плавно перетекло в социальную активность, ведение и организацию мероприятий, тренинги и книги. А потом в духовное воспитание и служение. Сейчас я занимаюсь содержанием семьи и поэтапным выполнением жизненного плана, который был составлен еще в колледже. Сейчас из интересов это пермакультура, рациональное строительство, альтернативная энергетика и ведение семейных финансов. Мне 22. Родилась в городе Заинск, Республика Татарстан. До 18 лет жила в частном доме. После наступил этап обучения в медицинском колледже и городской жизни. Сейчас, когда колледж окончен, пришло время самореализации, когда мы можем воплотить давние идеи. В сфере моих интересов йога, медитация, природные, естественные системы оздоровления, такие как аюрведа и натуропатия, а также различные направления массажа. Кроме того, интересна фото- и видеосъемка. Мы познакомились 2 года назад в Грузии, в Батуми. Год как поженились. Концепция поместья соединит и раскроет в себе следующие направления. Образовательное, оздоровительное и досуговое. Основной идеей поместья является всестороннее развитие личности. Ключевыми станут принципы ахимсы и свободная оплата. Территория будет свободна от курения, алкоголя и убойной пищи. На этом канале вы первым сможете увидеть воплощение данных идей.